Мы видим, как люди живут в этом мире и тратят всю свою жизнь попусту на мирское, на временные удовольствия, и покидают этот мир, так и не забрав ничего с собой. Стоит ли становиться рабом этого мира? Разумно ли продавать свою душу на временное и на приходящее? Всевышний Аллах в Священном Коране нам говорит: поистине Аллах купил у верующих души их, имущество их за то, что им будет дарован рай. Так радуйтесь же сделке своей, которую заключили вы с Ним, то есть с Аллахом. И это и есть спасение великое.